By the Course's mercy, of Sri Guru Nanak, now we have come to this supremely pure, transcendental holy place. Brahman, просто эхо отключи. Эхо. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги мы прибыли в это удивительное, чистое, трансцендентное место Шри Брахманда Гад. Брахманда means the universe. Брахманда означает вселенная. Брахманда Брахмете Кон Бхагаван Чиф Гуру Кришна Прасади Пай Бхакти Рата Бич. When a living entity has been wandering throughout so many universes for since time with no beginning, when he becomes very fortunate, then by the mercy of Guru and Krishna he receives the seed of devotion, that is the samskar in his heart, Krishna Seva Basana, I want to serve Krishna. Когда живое существо путешествует бесконечное количество времен по всей Брахманде, по всем, среди всех воплощений, во всех вселенных, проходя различные формы жизни, то в тот момент, когда по благой удаче она сталкивается с милостью Шри Гуру и Кришны, то в этот самый момент в ее сердце, в сердце этой дживы, сажается семя преданного служения. Что оно означает? Это самскара Кришна Сева Васаны, служение Шри Кришне. Then, being under the guidance of Shri Guru, he comes to Brahmandagat. И под руководством Шри Гуру, эта личность, она приходит на Брахмандагат. Those who will touch the dust of Brahmandagat will no longer have to wander through the unlimited Brahmandas of the material existence. И кто по беспричинной милости Шри Гуру прикоснется к этой пыли Брахмандагату, прекратит свое бесконечное путешествие по всем различным Брахмандам, по всем различным вселенным. It is here in Gokul Mahavan at Brahmandagat where Sri Krishna as a little baby he used to come and play in the dust on the bank of Jamuna with his small friends. Здесь, в лесу Гокул Махавана, в Брахмандагате, Шри Кришна приходил обычно сюда, на берег Ямуны, играл здесь со своими друзьями, мальчиками-пастушками, пыли. One day, the friends of Krishna were playing here, and Sri Krishna arrived. Однажды друзья Кришны играли тут, и Кришна тоже подоспел к этому времени. Then those friends, they began to play with Krishna. Эти друзья, они начали играть с Кришной. But Krishna began to was looking at the dust here. А Кришна начал присматриваться к пыли здешней. Began to taste it. И начал пробовать ее на вкус. Children, they tend to do these things. То что у детей у них есть такая тенденция иногда такие вещи делать. So then one of his friends ran and told his mother Yashoda. И тогда один из его друзей побежал к маме Яшоде и нажаловался на Кришну. Then mother Yashoda said, "What is this? I give him so many sweet preparations, butter and rubbery, and he wants to eat dust." Мама Яшода подумала, это что еще за нонсенс? Я даю ему столько много вкусных блюд и масла, и различные сладости. И она оставила все свои домашние дела и прибыла сюда, на этот берег, для того, чтобы разыскать своего сына. Она спросила, Лала, чем ты тут занимаешься? Ты что, грязь кушал? No, Кришна сказал, нет, мама. I have not eaten dirt. Ничего я не кушал, тут никакой земли, никакой грязи. Шримад Бхагаватам Кришна оправдывается, мама, я не кушал грязь. Then, Mother Yashoda said, what your friends have said. Мама Яшода сказала, но друзья мне твои рассказали. Krishna said, "Oh, mother, I can explain." Я сказал, мама, я все могу объяснить. You see, when I came to meet my friends today, then they all began to show each other, look at the sweets that I have stolen. Понимаешь ли, когда мы все сегодня здесь собрались, то каждый из мальчиков начал показывать то, что он украл, те сладости, которые он украл. И другой стал тоже, один другому стали показывать, смотри, что я украл, смотри, что я украл. И они показывали
друг дружку похвалились тем, что наворовали. И начали делиться друг с дружкой. Попробуй это, попробуй то. Потом они предложили мне. А я сказал, нет, я никогда ничего ворованного не принимаю. Из-за того, что я показал такое хорошее поведение, хороший пример, то они все очень испугались. И выдумали эту историю про меня, чтобы очернить меня, чтобы ты на меня разгневалась. История о том, что я кушал грязь. Then Mama Yashoda, she was not convinced. Мама Яшода эти слова не убедили. So she thought she would ask Baldev. Она подумала, спрошу Баладева. Because Baldev is well behaved. Потому что Баладев себя обычно очень примерно ведет. So she said to Baldev, is it true? Did he eat dirt or not? И она спросила Баладева, это правда, Кришна кушал грязь или нет? Baladev покивал. Then Krishna, he was shocked that he was being betrayed by his own brother. Кришна был шокирован предательством собственного брата. This is family life. Это семейная жизнь. So then Krishna said, "Oh mother, I can explain." Кришна, мамочка, все объяснить могу. You see, when I arrived here today, I saw that the Baladev, he was eating dirt, and when he saw that I saw him, then he made up this idea that I was eating dirt to tell you first, so that when I told you that he was eating dirt, it would make me look like a liar. Ты понимаешь, когда я сюда пришел, то на самом деле, кто кушал грязь, так это Баладев. И из-за того, что он видел, что я являлся свидетелем этого деяния, то он подумал, что надо первому тебе нажаловаться на меня, чтобы когда ты его застанешь за этим, чтобы не было возможности его обвинить. Поэтому он пожаловался и обвинил меня во всем. Мама Яшода, ее все это уже замучили, все эти отговорки. Она сказала, ну-ка открой рот, сейчас мы проверим. Baby Krishna said, "Oh mother, I can explain." Кришна сказал, мамочка, я все могу объяснить. They put some dirt in my mouth. Они специально грязь насовали в мой рот. Baba Yashoda said, "Open your mouth." Мама Яшода сказала, ну-ка открывай рот. Krishna was very much afraid. Кришне было очень страшно теперь. But he had no option. Но никакой опции другой у него не оставалось. Поэтому маленький Кришна просто распахнул рот. And when Baba Yashoda looked in his mouth, then his Krishna's Aishwarya Shakti seeing a chance to serve him and save him from another ear twisting and slapping. Then suddenly the Aishwarya Shakti manifests in the mouth of Krishna, the whole universe to Mother Yashoda. И видя, что Кришна очень сильно испугался, Айшвари Шакти, желающая исполнить любое желание Кришны и также спасти его, для того, чтобы он избежал наказания, она показала все вселенные во рту Кришны, Мамы Яшоды, во рту Кришны. Мама Яшода immediately became from the anger. She turned to Vismayaras. That means astonished, the ras of astonishment. То, что Шри Кришна, он так испугался сильно, потому что боялся, что мама Яшода, она свернет ему ухо или опять пощечину дает. И таким образом, мама Яшода от чувства гнева, после того, как она увидела все вселенные во рту Кришны, ее чувства поменялись на Vismayarasu, на расу удивления. And she began to do so much тарка and витарка, speculation, what am I seeing? И она стала размышлять, тарка и витарка, логически пытаться дознаться, что же я вижу такое? Am I awake or am I asleep? Сплю ли я или я в пробужденном состоянии? Am I sane or have I become mad? Может быть, я вообще с ума уже схожу? Is this some illusion? Может, это иллюзия какая-то? Or perhaps it's the work of some ghost Будпредписач. Some type of ghost or hobgoblin. Или это призрак, что ли, какой-то меня обуял, или Кришну, Будды, Преты и Пишачи, всякие гоблины, колдуны, ведьмы. She couldn't decide what it was. Она не могла прийти к заключению, что это было. So she folded her hands and prayed to Supreme Lord Narayan. Поэтому она сложила молитвенно руки и взмолилась Верховному Господу Нараяне. Oh my Lord, by whose influence of the illusory energy I am thinking that I am Mother Yashoda. О мой Господь, по чьей удивительной энергии заблуждения, иллюзорной энергии, я думаю, что я Мама Яшода. By whose illusory energy I am thinking Nanda is my husband and Krishna is my son. О Господь, по твоей иллюзорной энергии, под ее влиянием находясь, я думаю, что Нанда это мой муж, а Кришна это мой сын. I take shelter of your lotus feet. Я принимаю полное прибежище твоих лотосных стоп.
Please save my son from any evil disturbance. Пожалуйста, огради моего сына от всякого злосчастного влияния. And then the vision disappeared. И тогда видение исчезло. She had seen the whole universe, all the various planets. Она увидела различные планеты всей вселенной. And the Earth planet. Планету Землю. And on the Earth she saw Vrindavan. На Земле разглядела Вриндаван. And there in Gokul she saw herself also with Krishna in her lap. И в Гокуле увидела себя, держащую на руках Кришну. But now everything disappeared. Но сейчас все исчезло. And she just grabbed Krishna and with great love and attachment held him tightly to her breast. И она схватила Кришну и с глубокой любовью и привязанностью прижала его к своей груди. To save her little baby, she thought someone's doing some kalajadu. That means black magic voodoo. Она прижала своего малыша для того, чтобы защитить его от каладжаду, от какой-то черной магии. Она думала, что своими объятиями она спасет его. So she thought, I should call the brahmanas and they can do exorcism. Мама Ишода подумала, сейчас призову брахманов, пусть демонов изгонят. Now I understand my boy is so nice, but I'm getting complaints from all the neighbors that he's stealing in their house and making so much mischief. Теперь-то я понимаю, в чем дело, потому что столько много жалоб от соседей я получаю о том, что Кришна навещает их дома и ворует там, и зловливо себя ведет. And he's eating dirt and crying and being very naughty. Кушает грязь, плачет, постоянно шалит. It must be because someone did some tantra on him. Наверное, тантру кто-то на него навел просто. So if the brahmanas would do exorcism, then he'll become peaceful and well-behaved. Если брахманы проведут церемонию экзорцизма, то значит он утихомирится, скорее всего, от этого и начнет себя хорошо вести наконец. So then Mother Yashoda called Baguri Rishi and Chandelya Rishi, the local brahmanas of Braja. И тогда мама Ишода призвала Гури Риши, Шандилью Риши, местных брахманов Браджа. Ask their advice, what to do. И спросила у них совета, что ей делать. So they said, well, we'll have to purify him. Они сказали, ну мы должны его очистить. So you should get some cow urine and cow dung and mix it together and make a paste and cover him. Возьмите навоз и коровью мочу, смешайте это все вместе до состояния пасты и полностью покройте тело Кришны этой массой. You should get the black swish tail of a black cow and stroke him with the swish of a cow. И вы должны взять окончание хвоста коровы и вот этими волосиками с конца хвоста коровы черной помахивать его. And we'll chant mantras. Мы будем читать мантры. Swasti no narayano Narovai Swastinaha Padmanabaha Purushottamo Dadatu. So then the brahmanas began to chant mantras and Mother Yashoda cleansed Krishna with the cow dung and cow urine. Брахманы начали воспевание ведических мантр, а мама Ишода тем временем покрыла Шри Кришну полностью этой массой из коровьего навоза и мочи. And then she gave cows in charity to the brahmanas and some dakshina, some money also. Потом тогда мама Ишода она щедро раздала дакшину брахманам. Все различные украшения, различные драгоценные камни. And then she felt pacified. И тогда она наконец почувствовала успокоение. And she remembered, oh, one more thing I should do. И она вспомнила, еще одно мне следует сделать. I should go to Chintaharan Mahadev and pray to him also. Надо отправиться к Чинтахаран Махадеву и ему тоже помолиться. So after this lila, Mother Yashoda went to Chintaharan Mahadev to pray that her anxiety over her son could be pacified. Поэтому после этой лилы all problems could go away. Мама Ишода отправилась к Чинтахаран Махадеву и молилась о том, чтобы все беспокойства ее оставили, чтобы все проблемы ушли. So this lila happened. Эта лила произошла здесь. It is really the glory of Braja Prem. Действительно, она является славой Браджа Према. That when the Brijvasis, they, even if they witness directly the spectacular opulences of Sri Krishna. Даже когда Браджа Баси видит непосредственно своими глазами эти удивительные великолепия Шри Кришны. All the birds are glorified. Божественные. Все птички прославляют здесь Кришну. So even if Brijvasis will see Krishna's opulences before their eyes, but still they only have one feeling: oh, Krishna is my baby, Krishna is my friend, Krishna is my beloved. Даже если прямо перед глазами Брахмабаси предстанет все проявления Айшвари Кришны, все его великолепие, все его могущество, то все равно каждый из Брахмабаси, в зависимости от того настроения, которое он имеет, он будет думать: Кришна мой ребеночек, Кришна мой друг, Кришна мой возлюбленный. So their love always controls him. Их любовь постоянно контролирует Кришну. Итидрексвалилабир, Ананда Кундей, Сагош
Kailasham Nimajantam Atyapayantam Tadiyesita Yeshu Bhakter Jitatvam Puna Prema Tastam Chaturvriti Bhante. In this place, oh, there's one question. When Krishna was in the womb of Devaki, the demigods have prayed to him, Satyavratam Satya Param Trisatyam Satyasajatyonim Nihitam Chasatvei. You are the absolute truth in the past, the present and the future. You always tell the truth and you are always true to your word. Возникает один вопрос. Когда Шри Кришна находился в лоне Деваки, то тогда в это время все деваты, все полубоги, они молились Кришне о том, что ты Сатья-брата, что ты Сатья-парам, что ты всегда говоришь правду, что ты всегда даешь обеты и остаешься верным этим обетам, следуешь своим словам. So, did Krishna tell the truth? Naham pakshitavan ambe, I am not eating dirt. Did he tell the truth or was it a lie? Говорил ли Кришна правду, утверждая, что не кушал грязь или врал? So this is the speciality of Krishna. Vadanti tattva vidastattvam yat jnanavat dvayam prameti paramatmeti bhagavaniti shabjate. That, see, Krishna being the absolute truth, even when he tells a lie, it's the truth. Это особенность Шри Кришны, что являясь абсолютной истиной, даже тогда, когда он врет, все равно он говорит истину. Even his lies are true, because he's non-dual. Даже его ложь является истиной, потому что он находится вне дуальности. So he had not eaten dirt because the dust of Brahmanda Ghat is not dirt. Chintamani prakarasatma shukalpa vriksha laksha vriteshu suravira vipalayantam lakshmi sahasra satasam brahmasevyamana govindamani purusha tamam bhajan. Oh, the dust of Braja is a chintamani, wish-fulfilling spiritual jewels. Шри Кришна действительно не обманывал, когда говорил, что грязь не кушал. Почему? Потому что пыль Браджа Дама является чинтамани, является исполняющими все желания драгоценными камнями. So Krishna had not eaten dust, he had eaten chintamani. Поэтому Кришна кушал чинтамани, а не грязь. Also, we should know that in Vaikuntha, such a thing as the chintamani jewel is available there. Также вы должны знать, что на Вайкунтхе такие камни, драгоценные камни, исполняющие желания, доступны. Но невозможно сказать, что на Вайкунтхе каждая пылинка является чинтамани. So the opulence of Braj is far, far surpasses the opulence of Vaikuntha. Поэтому великолепие Браджа во много крат превосходит великолепие даже Вайкунтхе.
Come and play in our gang. Это очень красиво. Vanatoli means a gang, it's a group of boys. Это очень красивая песня на Браджа Баше. Мальчики говорят Кришне: Кришна, иди поиграй с нами на берегах. Come and play in our gang. Иди поиграй в нашей компании. Because we have heard that you can play bansi. То, что мы слышали, что ты на флейте умеешь играть. So come and play your bansi with us. Иди поиграй на своей флейте с нами. Oh, Kanaya. Come and play in our gang. Kanaya, иди поиграй в нашей банде. We have heard that you steal butter. Мы слышали, что ты масло воруешь. So come and steal butter with us. Поэтому приходи к нам и с нами уже кради масло. So in this way, the small children, the gopis of Gokul, they are very excited to play with their friend Kanaya. Таким образом, гопы, мальчики-пастушки, Гокулы, они страстно желают играть с Кришной. But you know that when children play together, then sometimes they're laughing together, sometimes they're quarreling, sometimes they become cruel even. Вы знаете, что когда дети играют, то временами они ссорятся, временами они смеются, временами они даже проявляют жестокость. So one day, little Krishna came here to meet with his friends. Однажды маленький Кришна пришел сюда на встречу с друзьями. And when his friends saw him, they were clapping their hands and laughing. И когда мальчики увидели его, то они начали хлопать в ладоши и смеяться. See, Krishna said, what's the joke? Кришна сказал: в чем шутка? I'm not going to tell you. Мы тебе не расскажем. You tell me, what's the joke? Но ты расскажи мне, что за шутка? No, I'm not going to tell you. И я тебе не скажу, что за шутка. So then, come on, please tell me, why is everyone laughing? Я сказал: ну что вы все молчите, скажите мне, что, о чем вы шутите? So then the boy said, all right, we'll tell you. Мальчики сказали: ну ладно, расскажем. We are laughing because we know that you are not the son of Mother Yashoda. Мы смеемся, потому что мы знаем правду. Ты не являешься сыном мамы Яшоды. Кришна laughed. What do you say? Кришна рассмеялся. Что вы такое говорите? Said, no. Они сказали: не. You see this black tamarind tree? Видишь это черное тамариндовое дерево? So in this black tamarind tree, there's a black hole. В этом черном тамариндовом дереве есть черное дупло. And one day Nanda Maharaj was walking here on the bank of Yamuna. И однажды Нанда Махарадж проходил здесь по берегу Ямуны. And in the black tamarind tree, in the black hole, he saw some black crows. И в черном тамариндовом дереве, в черном дупле этого дерева, были черные вороны. And in the black tree, there's one of them. Вот одна из них полетела. And another one. И другая. In the black tamarind tree, in the black hole, in the middle of the black crows, he found a black baby, and it was you. Проходя мимо черного тамариндового дерева, заглядывая в черное дупло этого тамариндового дерева, и видя в нем различных ворон, посреди этих ворон, Нанда Махарадж обнаружил тебя, Кришна. And then he picked up that baby and took him home, and that's why you're living in Gokul. И Нанда Махарадж забрал этого малыша, которого увидел, и принес себе домой. Это твой дом, в котором ты живешь сейчас, в Нанда Гокуле. So then Krishna said, no, this is not true. Кришна сказал: ну какая неправда вообще это все. So then the boy said, but your mother is fair and your father is fair. How did you become so black? Но мальчики возразили: у мамы твоей светлый цвет кожи, и у папы светлый цвет кожи. А почему ты такой черный, как ты думаешь? Then Krishna thought, my mother is so fair, my father is so fair. They said, your brother Baldev is also so fair. Кришна задачился, да, действительно, и мама светленькая, и папа светленький. Они сказали, еще добавили, и Баладев тоже светленький. So how did you become so kala? Как ты стал таким калой, таким черным? And Krishna, he looked at himself. Oh my God, I'm black. Тогда Кришна посмотрел на себя. О Господи, действительно, я черный. He never noticed before. Он никогда этого прежде не изучал. Песенник, достань. So then, when Krishna realized that he was black, and then he realized, I am not the son of Nanda and Yashoda.
И Кришна вдруг понял, действительно, это правда прям открылось ему, что я черный, и я, получается, не сын мамы Яшоды. Тут же Кришна разрыдался. И на своих маленьких толстеньких ножках он побежал всю дорогу до дома. И он даже не стал в дом забегать, но просто прямо во дворе он упал в пыль и начал там плакать. So, Mother Yashoda was in the kitchen. She heard him crying. Мама Яшода с кухни услышала, как Кришна плачет. So she said, what's happening now? Она подумала, теперь-то что случилось? So she came outside. Она вышла. And she tried to pick up baby Krishna. Постаралась поднять маленького Кришну. She said, oh, there, what's wrong? Have those boys been cruel to you again? Она начала спрашивать, ну что такое с тобой стряслось? Опять эти мальчики над тобой подшучивали жестко. So usually when she tries to pick him up, he's upset, then he comes in her lap. But this time she tried to pick him up, but he was struggling to get away. Когда такое случалось прежде, то маме Яшоде достаточно легко было приподнять Кришну, всегда он к ней очень сам желал пойти. Но в этот раз случилось противоположное. Мама Яшода снова и снова пыталась поднять Кришну с земли, но он никак не хотел отправляться к ней на ручки. She said, come to mama. Она сказала, иди к мамочке. Krishna looked with tears in his face. You are not my mama. И Кришна со слезами на глазах сказал, ты не моя мама. Mama Yashoda said, what are you talking about? Мама Яшода сказала, это еще что такое? О чем? Said, I know everything. И что, я все знаю. I know all about the black tree and the black hole and the black rose and everything. Я все знаю про черное дерево, про дупло в черном дереве и про черных ворон в этом черном дупле. Said, what are you talking about? О чем ты вообще, Кришна, говоришь? She said, I know that Nanda Maharaj found me in the black hole. Я знаю, что Нанда Махарадж нашел меня в этой черной дыре. So you are not my mother. И ты не моя мама. I'm going to go to the forest and try to find my real mother. Я в лес иду маму свою настоящую искать. Yashoda Maya said, oh, that's ridiculous. Of course I'm your mother. You came from my womb. Yashoda Maya сказала, что за ерунда такая? Ты действительно являешься моим сыном? Ты родился у меня из животика? Krishna said, no, now I understand everything very clearly. Krishna сказал, нет, теперь мне все ясно. If you were really my mother, if I were really your son, then you would never have tied me up with a rope. Если бы ты была моей настоящей мамой, если бы я был твоим настоящим сыном, то ты никогда бы не позволила себе связать меня веревками. Then Mother Yashoda felt very guilty that she tied him. Маме Яшоде стало очень стыдно, что она его так связала. Krishna said, if you were really my mother, you would not always twist my ear and give me a slap. Если бы ты была моей настоящей мамой, ты бы никогда мне уши не сворачивала и пощечины не давала. So then Mother Yashoda said, I swear that you are my son. Мама Яшода сказала, я клянусь, что ты мой сын. Come with me. I'll make a vow in front of Lord Narayan. Пойдем со мной, я дам клятву перед Господом Нараяной. So then Mother Yashoda brought baby Krishna into the temple room. Да, мама Яшода ввела Кришну в алтарную. And she kept left hand on the head of Krishna. Левую руку положила на голову Кришны. And with her right hand she touched Shalagram Shila. И правой рукой прикоснулась к Шалаграм Шиле. And said, I swear before Shalagram Shila, Lord Narayan. Я клянусь перед. You are my son. You were born from my womb. Я клянусь перед Господом Нараяной и перед нашей Шалаграм Шилой, что ты являешься моим сыном, что ты родился из моего лона. So then Krishna, he calmed down. Кришна успокоился. And came in the lap of his mother. И сел на коленки, на ручки к маме. But then Krishna said, but mother, I still have one question. Но потом Кришна сказал, мама, но у меня все равно остается еще один вопрос. Why am I so black? Почему я такой черный? Mother Yashoda said, well, you see, before you were born, your father and I, we were praying to Shalagram Shila, and we prayed, we want to have a son. Glorious, just like you. Ты знаешь, что до того, как ты явился на этот свет, то мы с твоим папой молились Шалаграм Шиле, что мы хотим такого же сына, как он. So Shalagram Shila is black and he blessed us so we have a son. Шалаграм Шила черный, поэтому он благословил нас тем, что у нас появится черненький сын такой. So then Krishna became pacified. He was very happy. Кришна это успокоило и осчастливило. So then, in the future, when the other boys that used to tease him, oh Kanhaiya, why are you so black? И в будущем, когда другие мальчики начинали дразнить Кришну, о Канайя, почему ты такой черный? Then Krishna used to tease them back twice as much. Кришна вдвое больше начинал дразнить их. To be the Bhattadekana, Teraranga Kala.
Каная, tell me, why you're so black? Пастухи и пастушки дразнят Кришну. Каная, ну-ка расскажи, почему ты такой черный? But even though you're black, you are so beautiful, so rare in this universe. Даже несмотря на то, что ты такой черный, ты такой уникальный, ты такой необычный. So then Krishna replied, Mene Kaliya Ratta Kova Janna Bali. Because I was born on a very dark night. Кришна сказал, вы что не знаете, что я был рожден в темную ночь? And because my mother gave me milk from a black cow. И поскольку моя мама кормила меня молоком от черной коровы. And because when one yogi, very ferocious tantric yogi, came to the village, my mother wrapped me in a black blanket. И также, когда один тантрик йоги пришел в нашу деревню, моя мама, она обернула меня в черные одежды. So whoever you associate with, you become like that. Black night. Black cow and black blanket, so that's why I'm black. Yeah, из-за того, что с кем ты общаешься, таким ты и становишься, поэтому смотрите на связи. Черная ночь, молоко от черной коровы и был обернут черной одежды. Вот, пожалуйста, такой результат. They said, oh, Kanaya, we don't believe you. Please tell us. Kanaya, ну-ка рассказывай правду, мы тебе не верим. Ну-ка скажи нам, почему ты такой черный? So then Krishna said, Mene Kali Anaga Parana Chakya Akali Anaga Kona Taliya Nago Karaka Kala Isaliya Kala. Because I danced on the head of Kaliya and brought him under control. И Кришна сказал, потому что я танцевал на клобуках Кали и полностью подвел его под свой контроль. And the Nagas, the serpents are black, so that's why I'm black. И наги, змеи, они всегда черные, поэтому я такой черный. And Sakina Yadu Кришна, почему ты такой черный? Krishna said, oh, you sakis, you always put kajal on your eyes. Кришна сказал, вы саки всегда подводите глаза черной подводкой, каджалом. And because I am always living in your eyes, that means why you always looking at me. И поскольку я всегда живу в ваших глазах, это означает, что вы постоянно на меня смотрите. So by association with your kajal, I became black. Таким образом, общаясь с вашим каджалом, я почернел. They said, no, no, we don't believe you. Please tell us why you're so black. Сказали, Кришна, мы тебе не верим. Рассказывай правду, почему ты такой черный? To be the Bata Dekana, Kera Raka Kala, Go to Kala, Oh Kami, Ajaka Sengina, Oh Kanaya, tell us why you're so black. Kanaya, but even though you're black, you are still very beautiful and rare. Каная, расскажи нам, почему ты такой черный. Но даже несмотря на то, что ты такой черный, ты все еще очень, ты все же очень привлекательный, очень красивый. Приходи, приходи в мой дом. And they feed me so much makan. И кормят меня так много маканом, маслом. What does it mean? Что это означает? Are the gopis calling Krishna, come to my house? Зовут ли гопи Кришна, приходи в мой дом? Feeding him makan. И кормят его маканом? No, he is going there secretly like a thief. Нет, он секретно туда прорывается, как вор. But Krishna is revealing the truth. They want him to come and steal in their house. Но Кришна на самом деле открывает правду, потому что они хотят его видеть в своих домах, хотят that его приготовить. That makan is their prem. А этот макан, это масло его према, их према. And Krishna, he cannot check himself. It's not that he decides I want to go there, but Krishna is a prema vasita, controlled by love.
So he's out of control, he has to run there and steal Bhakta. И Кришна, он чувствует, что этот Махан является премой Гопи, и он просто себя сдерживать не может, он даже контролировать себя не может, потому что одно из его качеств главных, према Васи, то, что он всегда под контролем любви своих преданных. Once Mother Yashoda was holding baby Krishna, was looking here and there, and Mother Yashoda held his face and look at me eyes. Кришна отказывался посмотреть в лицо маме Ишоды, и тогда она взяла его рукой за лицо, так чтобы он не смог отвертеться. Now repeat after me. Повторяй за мной. Stealing is wrong. Воровать это плохо. Because he's a little baby, mother has to teach him what is right and wrong. Потому что он маленький ребенок, еще мама должна его обучить, что хорошо, что плохо. So he said, repeat. Stealing is wrong. И она сказала, повторяй, Кришна, воровать это плохо. Then she said, do you understand? Она спросила, ты понял? He said, yes, mother, I understand. Да, мама, я понимаю. But I cannot stop myself. Но я себя остановить никак не могу. So he is revealing. Поэтому он открывает всем. That Saki Rosie Karma Bulati. Actually they are calling me. На самом деле Саки меня зовут. And they are forcing me to eat. И заставляют меня кушать их макан. By prayer. Премой. Saki o kadilakala. And because the hearts of your friends are black, so I became black. И поскольку сердца твоих подружек черные, вот и я стал черным. Oh, look what we have here. Смотрите, что у нас тут есть. Some leftover prasadam dust that Krishna was eating. Это пылинки, остатки той грязи, которую кушал Кришна. You can eat some also. Кушайте. Very sweet. Очень сладко. Krishna kanaya lal ki оставьте какую-то денежку брахманам, чтобы брахманы дамы покушали. You can leave some pranami here. And you can take some dust. Very delicious. И пыль у них можете взять. Oh, one thing, don't go ahead, wait, wait. This place, all Gokul was forest. Вся Гокула здесь, все это место было лесом. Chaitanya Mahaprabhu came here. Chaitanya Mahaprabhu пришел сюда. And after Chaitanya Mahaprabhu, и после Chaitanya Mahaprabhu, Sri Vallabhacharya, Vallabhacharya тоже came here. And just down here there's one ghat called Takarani Ghat. You can see there are many ghats here. Vallabhacharya тоже пришел сюда. Вот здесь внизу находится Takarani Ghat. So just a bit further down, Takarani Ghat, there Sri Vallabhacharya sat and recited the entire Srimad Bhagavatam to his sons Vitalnath and Gokulnath. И там, на этом Takarani Ghat'е, Vallabhacharya сел и двум своим сыновьям, Vitalnathu и Gokulnathu, он прочитал Srimad Bhagavatam. It was there at that ghat that Vallabhacharya gave the Diksha Brahma Sambandha mantra for the first time. И на этом самом месте Vallabhacharya дал Брама Самбанда мантру, дикшу мантры, первый раз. Yes. You know, Sri Krishna, this mantra. Вот so, мантра. Also, on this side, so the son of Vallabhacharya, Vitalnath, he established this town of Gokul. Сын Vallabhacharya, Vitalnath, он основал тут, эту Гокулу. So this is the one of the main pits of the Pushtimarg, Vallabha Sampradaya. Это один из главных питов Пуштимарги, Vallabha Sampradaya. Also, on the other side here, this is called Kolegat. С другой стороны находится Kolegat. Kolegat. Kole. That means that when Vasudeva Maharaj was bringing Krishna to Gokul in the middle of the night, he crossed here. Это означает, что когда Нанда Махарадж переносил Кришну в Гокулу, то он пересекал реку здесь. And when Vasudeva Maharaj was crossing the river carrying Krishna,
Then Jamuna Devi wanted to touch Krishna's lotus feet, so her level was going higher and higher. И когда Васудев Махараджан переносил Кришну здесь в Гакулу, то ему, желая прикоснуться к стопам Шри Кришны, поднималось все выше и выше. So Vasudev Maharaj said, "Kolave, Kolave, who will save him? Who will save him?" И Васудев Махарадж сказал, "Kolave, Kolave, кто его спасет? Кто его спасет?" So the Jamuna Devi rose up and Krishna. To pacify the Vasudev Maharaj, he stuck out his foot and he touched his lotus foot on the lap of Jamuna Devi. И тогда Шри Кришна, чтобы успокоить Васудев Махараджа, он протянул свою стопу и коснулся вот Jamuna Devi. So lap is called kola. Колени называются кола. So this is called the Kolaghat. Это место называется Колагат, потому что здесь колени Jamuna Devi Кришна коснулся. And also just nearby. This is where Vallabhachari had the darshan of the goddess Jamuna. И тут неподалеку Vallabhachari получил даршан Jamuna Devi. And composed his Yamunashtaka. И написал свою Yamunashtaku. So we're most fortunate to come to this place. We're praying to all the great Vaishnavas. Rupa Goswami, Sanatan Goswami, all have done parikrama here. Мы очень удачливы в возможности попасть в это святейшее место, и многие из наших Госвами, Рупа, Санатан Госвами, многие великие личности, они приходили в это место. So we're praying to their foot dust, that we may be blessed to have a sporty of the beautiful, sweet Leela of Balagopal in Gokul. И мы молимся пыли их лотосных стоп, чтобы мы могли получить даршан Бала Гопала в этой Гокуле. Идам тева пурната Гопала Балам Садаме манасья вирастам кимати. Харе Кришна. Харе Кришна.